ЛНР, если они шли к непризнанной государственности, значит, они должны были понимать, что они должны платить пенсии, что они должны платить зарплату, что они всех людей должны кормить, что они должны содержать детские садики, школы, клиники, тяжело больных, психически больных, ну, весь социальный сектор, центры по оказанию социальной помощи и тому подобное. Они к этому оказались не готовы. Они только оказались готовы, значит, стрелять, воевать и тому подобное. Мы изучали опыт. Никогда Кишинев не кормил Приднестровье и Тирасполь. Никогда. Значит, никогда Грузия не давала пенсии и зарплаты Абхазии и Южной Осетии. Ни Армения, ни Азербайджан не поддерживали материально Карабах. Значит, почему-то на нас еще в судебном порядке оппозиционный блок хочет заставить все это делать, и чтобы мы делали в обязательном порядке. Извините, тогда у меня вопрос, нахрена эта власть там нужна? Значит, она должна была четко понять, она должна быть обеспечить безопасность людей, чтобы людей не грабили, чтобы они каждый день не приходили и пачками не приносили сюда заявления в органы милиции о том, что забрали их бизнес, забрали машину, забрали то, третье, десятое, и это в массовом порядке, о том, что им нечего кушать. Что мы должны давать, да, мы даем, и приходят и говорят, у нас вот в детском доме или доме семейного типа нечего кушать. Но так что мы откажем, но мы даем для всех фискальных органов, что это помощь от областной государственной администрации такому-то дому, прошу всем постам оказывать содействие, пропустить и тому подобное. Люди должны были быть ответственны за то, что они делают. А сегодня, извините, если так они будут царствовать еще, я всегда людям говорил, а он говорит, что нам делать? Я говорю, какой был мощный Янукович? Народ восстал? Восстал. Значит, народ его сметнет. Поднимайте восстание, мы вам поможем. Нет вопросов.